Маша, ты можешь объяснить, почему ты здесь сегодня? Я здесь за наше право иметь тайну личной переписки, наше конституционное право, обеспеченное нам 23 статьей Конституции, которого ФСБ нас лишает. Мы обязаны говорить об этих заключенных. Мы обязаны, потому что мы знаем, что если о политических заключенных молчат, то они находятся в серьезной опасности, и их могут просто убить. With Russia. Our sanctions can make a difference if they are meaningful and strong and significant. And my hope is that the presence of these young women, whose courage and strength should inspire us, will make a difference to the way that our government deals with Russia.